Доброго здоровья, дорогие друзья, с вами снова я, Куик, и сегодня я делаю этот подкаст, чтобы поблагодарить вас за 200 подписчиков. Yes! По-моему, это главное событие за этот месяц, за эту неделю, за этот день. Да и вообще, в принципе, это главное событие пока что в моей жизни, которое произошло, это вот 200 подписчиков на канале. Ура! Дела идут в гору, канал... Контент идет в гору, подписчики идут в гору, все идет в гору, все прекрасно, все замечательно. Надеюсь, так и будет дальше, конечно же, надеюсь, так и будет дальше. В общем, спасибо. Возможно, для вас это видео не имеет вообще никакого значения. Для вас абсолютно пофигу, есть у меня там 200 подписчиков, 300 подписчиков, 1000 подписчиков, 500 тысяч подписчиков, 5 миллионов подписчиков, 500... Или 0 вообще подписчиков. Для вас, возможно, это не имеет значения, но для меня лично это личный лишний повод. Нифига не делать в ближайший день, на самом деле нет, потому что я сейчас этот подкаст сделаю... И начну записывать новую часть какой-нибудь игры на час. И лишний повод поблагодарить вас. Спасибо, друзья. Пообщаться там, как бы, ну, как бы... Выразить свою благодарность, выразить то, что все вся судьба канала, вся судьба моя зависит только от вас. Как бы, бла-бла-бла и все дела. Поэтому, как-то так. В общем, это видео, естественно, подкасты длинным не бывает у меня, и это просто, ну, как благодарочка, благодарочка еще раз. Так что, ну, в принципе, я сказал все, что хотел, больше ничего говорить, никаких новостей нету, ничего нету, да и, в принципе, и все. В общем, спасибо, друзья, за просмотр данного подкаста, за 200 подписчиков, огромное душевное, прям сердечное спасибо, прям низкий поклон вам. И... Че? Все... Я сказал все, что хотел. В общем, спасибо за просмотр этого видеоролика. Счастья, здоровья, побольше солнечных дней, хорошего настроения. И всем до свидания, всем пока. До следующего видео, друзья. Которое выйдет, надеюсь, скоро.